Сегодня мы будем готовить халву из манной крупы. Ну что, приступаем к рецепту. Вам понадобится молоко, вода, сахар, масло, манка, мука. И вот эти руки. Сироп. Вода. 2 стакана молока по 200 миллилитров. Стакан сахара. И перемешиваем. До полного растворения сахара. Берем кастрюлю с толстым дном и 150 грамм сливочного масла. Растапливаем. А также можно вместо 150 грамм масла взять 1 чайный стакан турецкий растительного масла и 3 столовые ложки сливочного. И ставим на огонь. Как только масло растопилось, сделаем маленький-маленький огонь. Всыпем стакан 200 миллилитровый манки. Помешаем. Специально такой лопаточкой. Уже почувствовался запах. Добавляем стакан муки. Тоже 200 миллиграмм. И мешаем. Постоянно помешиваем. И нужно жарить до тех пор, пока у вас масса станет коричневого цвета. Поэтому лучше всего, чтобы не пригорело, использовать такую кастрюлю с толстым дном или сковороду по вашему усмотрению. Вы видите, какой цвет должен быть. Я постоянно помешивала в течение 10 минут и сделала немножко побольше огонь. И сейчас мы будем добавлять в эту массу наш сироп. Постепенно вливаем. И ставим на огонь. Постоянно помешиваем, чтобы не было комков. Доводим до полной готовности нашу халву. До полного загустения. Запах, аромат пошел по всей кухне. Удобно очень мешать именно вот этой деревянной лопаткой. Начинает уже загустевать наша масса. И тут надо приложить огромное усилие, чтобы мешать, чтобы оно не пригорело. Когда халва будет вот так вот отходить, видите, она готова. Можно выключать и заняться красивой сервировкой. Существует 2 способа сервировки халвы. Вот смотрите, все, что ненужное, само собой отходит. Вот так делаем, берем ложку, видите? Закручиваем края и укладываем на тарелку. Можно положить. Давайте попробуем сделать по-другому. Чтобы они были побольше, да? Горяченькая. На ложечке. Вот. Выкладываем. Получается побольше, покрупнее и так далее. Следующий способ будет таким. Выкладываем нашу халву. Красивая, из красивых. А вкусная какая? Я просто не сомневаюсь. Мы с вами сделаем вот такую. Берем ножик и просто делаем такие движения. И
так же в эти стороны. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, друзья мои! Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.